Продолжаем разговор. Короче, тут позвонили, тут надо было это сделать кое-что, скажем так. Наверное, дальше, знаешь, мы что сделаем? Мы сделаем эту самую ачивку за исследование местности. То есть это мы пойдем в это в прибрежное шоссе. Вот, и там, соответственно, да, обследуем все эти, все локации, под локации, в смысле, да? Может быть, даже там мы тоже с тобой ружье найдем. Вполне себе как вариант. Че у нас там, 7 градусов, эх. Нам бы, блин, до дома бы сейчас дойти. Волчара еще. А бушлат-то так неплохо держит, смотри-ка. Тепло. Я, конечно, не знаю, да, какие... Не помню, в смысле, да, какие там параметры этой у шубы волчьей. Вроде волчья шуба, она там еще круче даже, чем бушлат должна быть. Но я, если честно, вот не могу прям это со стопроцентной точностью сказать. Тебе. Все еще 7 градусов, гляди. А. Восемь даже, офигеть. Нашли себе, кстати, этот самый рыбацкий свитер. Еще, между прочим. Дай-ка тоже про это не забывать. Я, в принципе, да, к тому, что, в принципе, все-то у нас хорошо с тобой. Вот ты выдаешь, конечно, этот... Бушлат матросский. Блин, так, надо мне пойти там это за кроликами тоже. Мы пока что не особо сильно умираем, да, сейчас сходим за кроликами все-таки. Пока у нас, в принципе, все видно. То есть их там, не знаю, их там что там взять, забрать и обратно побежать. Надо будет еще капканчиков тоже себе сделать на кроликов. Потому что варежки тоже нам нужны. Я тебе так это напоминаю, если что, да, между делом. Пока он у нас особо сильно не умирает. Давай сейчас мы, наверное, пойдем посмотрим, что у нас там по кролям. С тобою. Ну, я просто всему, да, естественно, кролики, это, грубо говоря, бесплатная еда. Конечно, ее мало очень. Но это все-таки еда, так или иначе. Нет. Ну. Давай-ка тогда тебя тут еще раз поставим. Я, конечно, мало верю, но еще, наверное, этих капканчиков надо будет сделать нам.
точно. Тут их просто побольше поставим, знаешь. Ой, и, собственно говоря... Это мы сделаем. У нас, по крайней мере, реально уже будет револьвер. Этому тоже, да, давай это тоже иметь в виду. Давай этому тоже, в общем, так или иначе, то радоваться. Давай аж свининку. Опять он эту банку да с собой оставит. Я не могу. Зачем ему пустые банки? Вот серьезно, зачем он их себе, не знаю, коллекционирует он их, что ли? Зачем? Одной банки тебе, блин, за глаза хватит. Нет, ему именно обязательно еще надо. Я с него офигею просто. С этого вот чуда нашего. Под именем Маккензи. Так, что у нас там? 8 угля, да? Нормально пойдет. Так, давай смотреть, что у нас тут по кишкам. I'm not sure I can carry much more. Так. Значит, сюда выкидываем березку. Так, и давай делать. Блин, ну ее долго делать будут, правда. Так, требуется освещение. Понятное дело, требуется освещение. Двадцать пять часов будет делать, да? Офигеть. Я, если честно, не помню, сколько там для шубы из медведя надо. По-моему, там что-то тоже там, по-моему, дофига довольно. Так, а что у тебя за болезнь-то? Погоди. У тебя же все нормально. Странный ты человек, Маккензи. Очень-очень-очень странный. Так. Ладно, погнали тогда дальше делать. Все-таки шуба сама себя, блин, не сделает. К сожалению.
Шуба, блин, она такая. Она сама себе не сделает. Так, но одно меня радует, то что нам еще не так много ее осталось сделать, в принципе. Угу. Если бы еще, конечно, это северное сияние сейчас долбанет. Это будет прям вообще красота. Так, все. Да, давай часик спим. И все, и доделываем шубу нашу. Изволька. Изуальчарий нашего. Так, что там у нас? Там нам вообще там ерунда, по-моему, да, осталась. Так, вышушенная, вышушенная. Тут еще и кишки вообще вышушенные тоже все. Так, отлично. Так, теперь, что нам надо для этого? Для лука. Так, две еще кишки высушенные. Те же самые. 5 часов делается, да, лук. Офигеть, что там делать 5 часов? А вот объясни мне, что там тебе делать 5 часов? Это ж просто, не знаю, там эти вот кишки, да, на палку натянул, вот на тебе лук, все. Что там делать 5 часов? Вот, не понимаю, вот серьезно, в упор просто. А, ладно, давай делай тогда. Давай 2,5, наверное, сначала. Так, сейчас, наверное, поешь что-нибудь. Гладит ты мой, блин, такой. А как его еще назвать, а? Действительно. Так, еще 2,5, да, делай. Блин, риск клаустрофобии этот еще. Ёлки-палки. Так. Угу. Так, тебя мы бросаем. Друг ты мой любезный бушлатик. Так, что у нас? Так, котелок есть. Отлично. Так, погнали на наше, в наше то место. Помнишь, где мы которое оборудовали для... На случай вот такой вот как раз. На вот здесь вот оно, за где-то было, по-моему.
Так, это все нормально. Терпи. А еще клен соберем, чтобы было. Так, палочку надо. Палочку надо найти. Так, нашли. Отлично. Керосинку еще раз зажжем. Looks like it worked. Так, ставим водичку кипятиться. Добавляем уголек. Так, олень пошел в ход у нас. И водичка. И спим. Часов где-то 6, наверное. Так, риск клаустрофобии нет, риск клаустрофобии нет. Хорошо, замечательно. Угу. Так, что у нас там, светает потихоньку? Да, еще 3 часа дрыхни. Сейчас еще сделаем себе капканчики. Поставим их, в общем-то, вот таун, где у нас это, где мы там королей ловили. Так, 45 итого, да? Так, лук тоже надо будет скинуть, этот, который... Который 41% дома у себя. Вот, и, наверное, на этом мы уже точно будем с тобой заканчивать, потому что что-то как-то очень долгая серия на этот раз у нас получилась. Я, конечно, да, тоже делить буду, то есть, ну, это, естественно, не одна будет именно для просмотра вашего... Так, ух ты, туман, а какой вообще, гляди. А. Так, волчара.
Вальчара, ты где? Так, ну, конечно, надо еще олень тоже подстрелить. В идеале бы. Еды, конечно, становится маловато потихоньку. Так, погоди, сколько нам надо на варежки? Две, да? То есть мы сейчас можем сделать, в принципе, два, получается, капкана. Мне так кажется, да? На капкан. Смотри, на капкан нам нужно... Да, два. Два капкана, да? Сейчас сделаем. И еще один. Вот, а остальное все мы пока приложим себе на варежки. На варежке же сколько нам? На варежке, по-моему, два. Да, две и четыре шкурки, окей. Окей. Так, значит. Кладем вот сюда вот шкуры. Кладем вот сюда вот мы. Кленовое дерево пускай сушится. Так, идем, собственно, расставить капканы, получается, да? Ну да. Может, даже у нас сейчас там будет этот кроль. Какой-нибудь там пойманный. Я этого реально не исключаю. Сколько у нас там? 40, 48 уже пишет аж. Офигеть, мы, конечно, с тобой крутые. Вот это вот мы реально с тобой... Офигеть, какие крутые. Просто пипец. Так. И нам бы эти еще вот все бы книжки прочитать, понимаешь? То есть, которые вот мы с тобой нашли. Потому что тоже они нам там поднимут, мне кажется, навыки. Не слабо так. Совсем так не слабо. Не ори мне тут. Разорались, блин, совсем вообще. Собаки те еще. Да ты, господи, боже мой, сколько вас здесь вообще? На квадратный метр ты гляди. Все, блин, перестреляю, блин, просто трындец. Задолбали, серьезно. Еще один. А ну иди сюда. А ну иди сюда. А куда мы такие, блин, смелые бежим? Хм. Давай. Все. Еще минус один. Заколебали, серьезно, просто. Четыре волка просто вот тут, блин, стояли, прикинь. Ни один вообще не напал. По итогу.
Так, еще короля, блин, тут нашли. Вообще офигеть. Так, давай. Короче, капканчик. Капканчики. Мы тут ставим. Так, все, три. Три капкана. Это, блин, офигеть. Четыре волка было, прикинь. Вот это мы тут уже прокачались, да, с тобой? Серьезно так. 1, 2, 3, 4. Офигеть. Это просто реально офигеть. Так, здесь у нас еще был олень, правда. Так, давай, наверное, с них кишки срежем тоже. С этих двух, по крайней мере. Потому что кишки нам тоже нужны для этой, для капканов тех же. А... И для этого, для того, чтобы все чинить нам. Ну и для шмоток тоже, собственно говоря, да? То есть, которые, конечно, мы в будущем тоже будем делать с тобою. Ну, правда, лук у нас пипец попортился из-за этой, из-за всего. Так, сейчас глянем, что у нас там по прокачке. Так, ну, пока, в принципе, могло бы быть и лучше, если честно. Если честно, я тебе скажу так, что, в принципе, могло бы быть и лучше, конечно. Так, углем давай-ка мы, наверное, сейчас сделаем себе водички наверху. Тоже. Так, короля. Короля мы сейчас, наверное, с королем давай-ка мы сейчас пойдем, наверное, сейчас с тобой наверх. Его мы, соответственно, раздербаним. Так. Же замерзший, блин, пипец. Угу. Кроль этот. Угу. Дай мясо положим. Так, палки у нас, конечно же, нету, да, с собой. Ну, конечно. Конечно же. Конечно же, палки у нас с собой нету. Ну, палка, конечно, благо мы в лесу. Поэтому палку очень просто можно найти. Надо было, правда, все дело на улице делать. Точняк, надо было все это дело на улице делать.
что там у нас больше этих самых, ну, можно было костерки бы развести. Так, еще один... А, нет, погоди, давай, наверное, книжкой, а? Попробуем. Сколько ты у нас гореть будешь? 2 часа, отлично. Так, 2 литра. Как обычно, мы тут кидаем. Или даже 3, по сути. Так, и спим, собственно говоря, слегка так, 3 часика, давай. Сейчас пойдем посмотрим по королям, что у нас на улице. Мне кажется, там у нас один должен за это время пойматься, точно. Вот, соответственно, его мы притащим сюда. И будем ждать, пока у нас вот эти вот уже шкурки высохнут. Давай стрелу одну сделаем тоже. На всякий. На всякий пожарный случай. Пипец, эта игра, конечно, затягивает. Вот я офигею. Я офигею, реально. Ага, и мы нифига не видим, да? Так, ну не, если я нифига не вижу, то ну нафиг, наверное. Сейчас, давай мы, наверное, поспим. Вот и утром, когда мы... Блин. Тут что, и не уснуть из-за этого зоопарка, блин, нашего внизу, который... Северное сияние, отлично. Северное, блин, сияние. Наверное, почитаем тогда. Что ли? Так, пить хочешь? На тебе, пей. Так, покушай оленьки. Еще сейчас, если мы встретим там оленя, то это будет вообще бинго просто. То, что мы его себе приготовим. На 2 часика. Храпани. Сейчас там 47. Так, еще один армейский, правда, есть. Ты, наверное, говядинки съешь. Так, 20. А на улице у нас что? На улице у нас более-менее нормально. В принципе, на улице у нас более-менее нормально. Закутанный у нас прям такой, ну, весь в меха. Так, перышки собираем.
Так, и кроль. Кролик у нас один есть. Отлично. А, один разрушенный получается, да? Да, один сломали. Стопроцентно наша эта шуба из волка. Ох, как мне она прям нравится. Ох, вон там, блин, один еще идет. Волчара. Так, ладно. Давай мы тогда сейчас еще пойдем, наверное, завалим оленя. Все-таки, потому что, по идее, у нас... Ну, конечно, да, опять же, можно съесть кролика. Я это, конечно, понимаю, но, блин, в кролике в нем реально очень, очень мало именно мяса. Ну, в смысле, как, оно очень мало калорийное. Нам, конечно, что-нибудь это повкуснее, посытнее, послаще. Например, мясо оленя, то же самое. Плюс к всему, я еще так понимаю, то, что надо этих самых самцов в основном, да, валить оленя. То, что самки, в них чуть поменьше все-таки мяса. Я, конечно, не понимаю, как бы, да, если что. Но мне кажется, что оно, да, что оно так работает. Если честно. Тогда палочку возьмем. Две даже. Так, а давай смотреть. Оленей, блин, здесь у нас нет. Интересное кино, да? Ну, конечно, да, тоже. Можно срезать это мясо с волка, как вариант. Там хотя тоже, типа, паразиты, то есть это риск кишечных паразитов у нас будет.
Давай, 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 не умираешь, все, все хорошо. Еще травился этим кормом для собак. Похоже. Да не похоже, а так и есть вообще. Вот и дурень. Вот ты дурень, а, Маккензи. Ну, кто вот он после этого? Дурень, конечно же. Я вот тут выхаживаю, ухаживаю за ним, видите ли, да? А он, блин. Так, давай. Ешь этот антибиотики сейчас, наверное. Угу. Так, пей березовый чаек. Ешь, наверное, этот ИРП. Последний наш. Ой, сколько там тебе надо? По-моему, 10 часов, да, он спит. 5 часов сначала. Потом еще 5 часов. Так, все, вылечили. Отлично. Так, сейчас, короче, досыпаем ночь. А, нет, ночь у нас только началась, да? Ладно. Значит, короче, наверное, пойдем в эту охоту на оленя. Сейчас тоже глянем. Глянем, что у нас по погоде. Погода вроде более-менее нормальная. Знаешь, вроде более-менее нормальная. Так, кроли, вот, конечно, то, что с нами, это вот не очень хорошо. Кролика, надо было его дома, на самом деле, оставить. Сейчас, блин, набегу, блин, тут волчары. Пипец. Хотя олени сейчас, мне кажется, конечно, вряд ли мы найдем вообще здесь. Да, вон их нету. Так, ладно, давай тогда мы сейчас дербаним кроликов.
Можно еще даже волчарку вместе с ними. Расфигачим сейчас, давай-ка вот это вот бревно, полено, как его там. Чтобы хоть какая-нибудь еда была у нас. Да, наверное, еще и шкуру с тебя возьмем. Че, зря пропадать добру. Правда? Правда. Сорок восемь. Нормально, нормально проживем. Тварь. Еще одна. Тут у нас ночная охота просто наметилась такая. Ночная охота просто на волков, блин, прикинь, да, сколько их тут вообще перестреляли. Хорошо, буду знать, блин, как лезть вообще ко мне. А что, плохо, что ли? Конечно, хорошо. Кулинария у нас там чё? Ну, кулинария у нас же скоро, на самом деле, четвертый уровень будет. Я вот думаю, вот этого нам мяса всего хватит, чтобы его, соответственно, до пятого сразу качнуть. Мне, конечно, кажется, что очень-очень маловероятно. Да, на еловую ветку какую-нибудь найдем, ее тоже раздербаним. Ой.
Конечно, заманается вообще у меня полностью весь. Ладно. Хотя бы будет еда. Какая-нибудь хотя бы будет еда, блин. Too heavy. Еще палкси насобираем. Сокращаем популяцию волков. Сокращаем очень даже так не слабо популяцию волков. Да, господи, хватит тебе уже орать про то, что ты тут это... Бедный такой весь несчастный. А, слишком ветрено, да? Ну да. Ну, чё хочу сказать... План провалился. Да это надо ждать утра, что ли. То, что вот это все, вот я не могу я его, конечно, оставить. Я хочу все это приготовить, дело. Кстати, да, четвертый, наверное, точно будет после вот такой прожарки всего. Так, приготовленное, да. Приготовленный кроль. 3 часа спи. Будем думать, утром все нормально будет. Серьезно, еще даже не посветлело, да? А ну-ка светлей. Во, отлично. Так, все, давай пей. Starting to weigh me down. Да что ты говоришь, становится тяжело ему. Так. Давай углем, кстати. Уголь-то мы что, зря брали, что ли?
Блин, опять ему слишком ветрено. Надо будет, наверное, вокруг вот этой вот нашей хижины всей сделать себе костров. И, наверное... Блин, опять не... Господи, но... Надеюсь, что здесь хотя бы получится сейчас-то. Давай, разжигайся. Получится, получится, получится. Well. Так, уголек. Берем факел. Факел, палка. Так, сюда кедр. Так, опять факел, палка. И вот так вот, да, вот с одной спички, по сути своей, вот так вот много можно... Да, господи, чё ж ты не можешь, а? Так вот с одной спички, по сути своей, дофига костров разжигается. То есть просто из одного берешь факел, и остальные, соответственно, им просто зажигаешь. Тема очень сильная, то есть очень позволяет круто экономить спички именно. Четвертый уровень кулинарии. Замечательно. Так, ну и да, и все задул, конечно же, сразу. Так, ладно, давай тогда волчару есть. Так, и, наверное, это будем уже завершать эту серию. Такая у нас довольно длинная она вышла, в общем, как видишь. Так, по поводу вас. Так, 3-3. Все равно долго ты гляди, все равно долго реально очень ждать. В общем, короче, на этом всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте канал друзьям. Добавляйте видео сборное, все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем вам большущее за это все, как обычно, спасибо. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока.